включаем камеру с нашего строительного участка. И, пожалуйста, первый этап строительства у нас вот идет рытье котлована, скажем так, снятие плодородного слоя. Значит, дом здесь у нас будет 11 на 12, свайно-растверковый фундамент, кирпичный дом. Значит, снимаем плодородный слой, показываю, вот в кучу выкладываем пока, так как он нам в дальнейшем пригодится. Участок немного с уклоном, будем в итоге разравнивать этим же грунтом. На данный момент у нас снимается плодородный слой на пятне строительства дома с учетом отмостки. Отмостка у нас рассчитана на 1,5 метра. Вот это все, получается, мы сейчас снимаем. Применяется экскаватор-погрузчик Volvo, шустрый, водитель тоже красавчик. Значит, следите за нашими выпусками. У нас этот участок находится на берегу озера, и это видео, вот этот проект назовем «Дом у озера». И будем посерийно выкладывать все этапы строительства, начиная вот от сегодняшнего дня рытье котлована до возведения всего дома. Посерийно будем выкладывать, так что подпишитесь, следите за нашими выпусками. Приехал у нас геодезист. Будем сейчас давать отметки углов бетонной подготовки, а также будем отмечать сваи, где они будут, чтобы проще было работать в дальнейшем. Вытащил колышек, туда уже бурильную установку поставил и пробурил. Не мерить там, не ходить рулеткой, бегать. Как некоторые, бывают же бригады, втроем, четвером держат рулетку, бегают, спотыкаются там, Змей Горыныч, блин, три головы. Один говорит, вот это так лучше делать, другой говорит, так лучше делать. Куда ты там бежишь, давай лучше вот так вот делать. Поэтому вызвали геодезиста, он нам сейчас даст точные отметки. И по этим отметкам мы будем дальше уже соединять опалубку, бурить отверстия, ну и так далее. Горля! Вот таким инструментом делаем отметку лазерную. Элементарно все просто происходит. Вот они, наши отметки. Ну, кто понимает, тот поймет, куда что и как идет. Это у нас вот сваи идут в один ряд. Будем выдергивать арматуру, вместо него ставить бур и будем бурить. А остальные колышки — это края бетонной подготовки, пересечения, ну и так далее. Там в дальнейших сериях вы увидите все. Вот у нас еще раз сваи идут по оси. Плюс-минус относительно котлован вырыт на 5 сантиметров плюс-минус. Это считается для нас уже идеальным, так как уже будем подравнивать щебневой подготовкой. А далее уже выровняем бетонной подготовкой до миллиметров.
Итак, друзья, геодезист нам дал все точки, которые нам нужны. Вот у нас получается здесь монолитная подушка отмечена. На колышках будут сваи. В достаточной степени все точно, так как работал с геодезистом на пару. Поэтому мне такая работа вот и нравится. Кстати, огромная благодарность Артему Пирогову, геодезисту нашему. Одноклассник мой, вместе учились. Постоянно выручает. Делает красивые вот вещи, четкие отметки. Если ходить рулеткой, тут все это вымерять, бегать, забивать, выноски делать, это такой геморрой. Скажу вам по секрету. Даже простой прямоугольник, делать это полдня надо, как минимум. А тут у нас сколько стен, сколько простенков. И поэтому у нас вот получилось на сегодняшний день такой этап работы. Будем завтра бурить сваи и снимать дальше видео. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки. Если не понравилось, пишите комментарии, почему не понравилось. Будет интересно послушать или почитать. Все, всего доброго. До свидания.